В детско-юношеской спортивной школе номер 7 стартовал турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России и тренера Алексея Чебыкина, который посвятил жизнь обучению нового поколения спортсменов. В открытом первенстве приняли участие ребята 2007-2008 годов рождения. Юные боксеры не только воспитанники спортивных секций Мурманска, но и представители муниципальных образований региона. Мероприятие также посетили народные избранники. Именно на таких турнирах как раз и куется то самое мастерство, то самое начало, когда прививается любовь к спорту, любовь к своему уже спорту, да, и проявляется характер, понимание спорта. Вот, ну, собственно говоря, прекрасный предновогодний турнир, который мы проводим в городе-герое Мурманске.